В воскресенье с 8 утра начали свою работу 39 избирательных участков города, на которых еще до начала выборов были созданы все необходимые условия для голосования. Добраться до пункта голосования кузнечанам не составило труда. Маршрутные автобусы работали в режиме трудового дня. Кроме этого, праздничное настроение создавала веселая музыка, звучавшая из каждого избирательного участка. С улыбкой приветствовали кузнечан члены избирательных комиссий. Проголосовали и задали хороший тон избирательному мероприятию почетные граждане города. Они одни из первых посетили избирательную участки вместе с членами своих семей. Все жители города с утра решили проявить гражданскую позицию, и по предварительным замерам активность населения очень высока, потому что население сегодня понимает, что от выбора каждого из жителей, от выбора от каждого члена семьи зависит многое. Зависит будущее города, зависит будущее Пензенской области и России в целом. Настроение хорошее, праздничное. Долго ждали мы этот день. Правда, чуть-чуть пасмурная погода, но, думаю, она не испортит настроение кузнечанам. Избирательные участки все готовы. Вот смотрю, здесь тоже и картинки, рисунки ребят, и работает центр здоровья, и будет концертная программа, и у людей есть возможность пообщаться. Законность и порядок проведения голосования на каждом избирательном участке контролировали наблюдатели. А за организацией процесса следили председатели участковых избирательных комиссий. Нарушений и отрицательных отзывов в ходе выборов отмечено не было. Да и кузнечане, осознавая важность этого дня, голосовали с хорошим настроением. Настроение, я бы сказал, оценил, достаточно позитивное. Как бы негативных высказываний не звучит, все в рамках закона и в целом дружелюбная обстановка на участке. Больше идет средний возраст, но по открепительным большое количество еще и студентов. Конечно, это наша молодежь. Впервые в выборах участвовали более 2500 молодых избирателей. Многие из них имеют огромный выборный опыт и знакомы с процедурой и механизмом голосования. Студенты изучали их в ходе деловых игр в колледжах и вузах. Я впервые голосую на выборах, но для меня это не новость. В медколледже у нас проводились такие же мероприятия. Мои близкие, родные, друзья сегодня также придут на выборы, как и я. День выборов стал для кузнечан не только важным, но и интересным событием, который подарил замечательные встречи с друзьями, порадовал общением с близкими. В общеобразовательных среднеспециальных учреждениях были организованы праздничные концерты с участием школьников, студентов. Радовали взрослых выставки работ талантливых детей. Хорошее настроение подарили выступления творческих коллективов города.